Друзья, всем привет! Мы нашли Клондайк, мы нашли настоящую фабрику Джорджо Армани. Здесь они живут, в Поднебесной. Пойдем, покажу. Лакоста, вот видите, я ремень купил. Это вот настоящий ремень Лакоста. За 19 юаней. Не евро, юаней. Где тут? О. Джорджо Армани. Вот, думаю. Подойдет она мне или нет? За 29 юаней точно подойдет. За 29 юаней? Это просто тут там Вась-Вась китайцы с Джорджо Армани, поэтому... Вот думаю, Армани или Адидас? А может Найк или Нью Бэланс? Ух, выбор-то какой! Ну ладно, я уже себе вот выбрал. Где тут? О! ЭПФРАН, фирма! Эх, все-таки куплю я Дольче Кабаны, ай, Армани, Джорджо Армяни, Армани. Джорджо Армяни. Не Армяни, Армани. Ой, друзья, модный буду, все девки мои будут. На Филиппинах. На Филиппинах. Ой, как сидит. Я большая, большая. Да. Нет, Джорджо Армани, серьезная организация. Вы что думали, шутки шутим? А вот, я себе нашел новую дедуську. Надо размерчик выбрать. Еще ни у кого такой нету. В Приморье. Я буду один такой. Твой фасончик. Тоже все тетки мои. Я тебе дам. Если такая темка, не тетки, бабки. Ну вот это размерчик уже твой. И цвет твой. Бери этот. Да, да, берем. Получается Джорджо Армани футболка. Ремешок Лакоста настоящий, оригинал Лакоста, вот так. И первый парень на деревне. А то, Лакоста. А в деревне, ой. Один дом. Ой. А как это так, что ли, одевают? А, так? Такие круглые такие закрывашечки, пуговки. Какой размер? Теперь я то же самое модное. На деревне. Только у нас в деревне два. Один твой, другой Андрея. Выйду я на улицу, гляну на село. А ты хочешь себе такую? Не, не хочу. Это еще мне не по статусу. Это только могут носить лучшие учителя. Секс-инструктор. Вовчик не удержался, себе тоже захотел последнюю моду. Друзья, ну как вам такой мой наряд? Решила прикупить тоже с Константином вместе. В комплекте будем ходить. Ну, а если честно, действительно, накидка такая легкая-легкая. Она не синтетическая. Ну, что-то тоненькое и... Может быть, какой-нибудь ситец не синтетика. Я думаю, классно. Дома ходить, как выйдем в нашей деревне. В гости друг к другу. Да, будем в гости ходить к Андрею. А он к нам в Армани. Мы к нему в китайских костюмчиках, а он к нам в Армани. И будем пить зеленый чай. Друзья, ну как вы, наверное, уже поняли, вы, наверное, узнали это место, мы находимся в Оленьей горе. Сегодня мы немножко шопимся, если сказать по-иностранному. А по-нашему пришли за покупками, купить кое-что к лету. Новый сезон, новая одежка. Друзья, ну правда классная же, ну классная. Да, не сказали самое главное, вам цену этих чудесных костюмчиков. Ба-бам! 29 юаней. Всего 29 юаней за такие аутентичные накидки. Класс. Почти даром.
деньги. Дуня, сладенькая, нежная. Ну, знаете, так, если по пятибалльной шкале четверка твердая, ну до пятерки, конечно, не дотягивает. Ну, а если цену рассмотреть? Ну, а с учетом этой цены, то пятерки. Ну, а цена, друзья, 10 юаней за 1,5 килограмма. Берем. Друзья, мешок дыней на 20 юаней. Ну, не классно ли это? В Китае сейчас, в Фучуне, сезон вот таких вот маленьких дынек. Ихао, встреча со старыми друзьями. Ну, друзья, мы уже говорили, что Вова с Андреем не были 5 лет в Китае. Узнали китайцы. Вову узнали. Говорят, был маленький, стал большой. Ну что, наш любимый магазин с мясными вкусняшками. Его мы вам уже показывали. Тут невозможно пройти равнодушно. Ни мимо чего. Посмотрите, какие вкусняшки. Друзья, ну и конечно же фото на память со старыми китайскими друзьями. Ага. Ну что, рефлекс Павлова-то как? Работает? Работает. При виде этих вкусняшек. Да. Ой, наш любимый друг нам подарки дарит. Соскучился он по нам. А как мы по нему соскучились. Друзья, у меня прям такая ностальгия, эмоции переполняют. Такие счастливые времена тут были. И теперь я вернулся сюда, я так счастлив. Ну, студенческие годы, они всегда самые счастливые. Одно из самых счастливых времен. Все, выбирает нам лучшее, даже показывать не надо. Друга? Так, еще. Тут два вида, какой возьмем? В общем, друзья, мы думали в прошлый раз, что вот эти вот, это засушенная рыбка, а это не засушенная рыбка, это да. Маленькие кусочки мяса, да. Острые. Мы сейчас тут два вида, и те возьмем, да? Да, и скажем, ну вкуснятина. Ага, окей. И вот это. Цыга. Особягленная, да. Горькая. В специях. Специя. Но оно горькое было. Но вкусное. А я не удержался. А кто хочет голову от петуха копченую? Не-не-не, все, хватит на сегодня. Вот такой вот классный магазин, вот такой классный здесь хозяин работает. Как же здорово иметь друзей в тех странах, где ты живешь. На Филиппинах у нас есть друзья-филиппинцы, здесь у нас очень много друзей-китайцев. И это по-настоящему здорово, общаться с китайцами, с филиппинцами. Друзья, идем мимо автомобиля, понять не можем, живая эта кошка или не живая, спит. На панели. Или кошка, или что это такое? Вы как думаете? А не видно в камеру, наверное. Видно. Видно? Смотрите, как тут быстро полиция реагирует. Вот вы только подошли к чужой машине, а уже вот наблюдают за вами. Ну, о, пусть, как. Пусть наблюдают. Дышит, нет? Не знаю. Но если бы она была не живая, зачем ей подстилка? Короче, надо отсюда идти. Полиция смотрит.
Единственное, что в этом такси воняет куревом. О, я курил. Сейчас откроем, проветрим. Все мы тут блогеры. Подписывайтесь на наш канал. Мы почти доехали до дома. Вон наш домик. Подумали, что нам не хватает для нашего ужина с мясными вкусняшками овощей. Ну и не просто огурцов, помидоров, а харбинского салата. Сейчас зайдем в пельменную Фудзи и возьмем салатик. Наша любимая пельменная Фудзи. Здесь всегда людно. Как вы думаете, рыбешки тут дожидаются своей участи или просто для интерьера? Тазик карбинского салата. Вкуснотища. Всего 300 рублей. Я люблю Китай. А самое, что интересное, забыли вам сказать, сколько мы ждали наш заказ. А ждали мы свой заказ всего 2 минуты. Хорошо, 3 минуты максимум. Мы просто зашли, заказали. Только сели, не успели поговорить, нас уже зовут. Возьмите свой заказ. 2 минуты, возьмите свой заказ. Ждать вообще не надо. Не по-филиппински. Не по-филиппински. Ай, как я поэтому соскучился. Еще один день в Фучуне. Сейчас мы собрались отведать наших любимых сочных бяодзи и пирожков с луком. И отправляемся в нашу любимую пирожковую. Многие из вас спрашивают в наших видео, в комментариях к нашим видео, где же находится эта замечательная пирожковая. И сейчас специально для вас локация. Где же это чудесное место находится? Друзья, вот это зеленое здание, это центральная почта Хунчуня. Вот смотрите, от почты переходите перекресток, вот этот перекресток, и идете вот в эту сторону. Буквально пройдете, ну сколько тут, ну 200 метров, и там будет наша пирожковая. Холодно! Идем пирожки кушать. Мы перешли перекресток. Вот она почта, вот она высотка. Ну, и нам, друзья, и нам вот по этой улице пройти прямо. Теперь вы точно не заблудитесь. Джизо. Сегодня очень холодно в Хунчуне. Сегодня какое число? Напомните мне. 21 июня вроде. 21 июня очень холодно. Нет, по-моему, 23. 23 июня холод стоит, все сыро, какой-то туман, очень холодно. Я в олимпиечку одел. Да, и реально, в этой чудесной стране ты теряешь счет времени. Кажется, вот только-только ты заехал, оказывается, столько дней уже прошло, потому что здесь здорово. Друзья, ну а мы пришли. Вот оно. Вот это красное, что ли? Да нет. А я уже и забыл. Но я чувствую прекрасный запах, иду на автопилоте. Вот, мы дошли. Смотрите, что напротив. Русская аптека. Зелененькая. На этом перекрестке. Так что теперь заблудиться просто нереально. Ура, ура, мы дошли. Будем есть бяодзи. Знакомый вкус. Это просто вообще превосходно. Это так вкусно. Вроде просто и со вкусом. Бяодзи. Объедение. На Филиппинах, к сожалению, такого нету. Там есть шаопао. Но шаопао рядом не стояли по вкусу с бяодзами. Это гораздо вкуснее. И дешевле. И дешевле. Неспроста кунг-фу панда ел вот эти штучки. Пирожочки с луком. Костя, они так же великолепны? Так же. Сочны и вкусны? Сочны и вкусны. Друзья, напомню вам меню, чем же кормят в этой пирожковой. Будете идти сюда, уже будете знать, что сколько стоит. Очень хорошо вот это, не жарко, не грязь, не грязь там лицо. Зашли к нашему другу Жене прикупить кое-что, но сейчас покажу. Смотрите, как
шикарно Костя выглядит вот в этой панаме национальной. Это китайская, Женя, это китайская или китайская, вьетнамская, да? Китайская, да. Национальный китайский головной убор. Юнас. Как называется? Юнасская мода. Юнасская мода. Вьетнамская мода, говорит. Да, да, да. Мода вьетнамская. Ну, шапка китайская. Шапка китайская. Юнный Китай, друг так и одевает. Юнный Китай, да. Там жарко, потому что. Там жарко, да. Нас это здесь вообще нет. Че Андрей прикупил? Показывай. О. Жене подарок из Китая. Дольче Кабана. Себе кожаный. Чемодан. Ноутбук таскать. Сейчас летать часто буду. Мне надо, чтобы по аэропортам ноутбук с документами таскал. Носил или таскал? А то опять скажут, что мы неправильно говорим. Ну, неважно. Ну и пусть. Ну и пусть. Мы говорим, как нам удобно. Шапочки-то покажи. А шапочки вообще. Шапочки шикарные. Ой, шапочки-то какие. Лягушки. Дочки. И любимой жене. Вот они у меня. Лягушечки. Как там со сказки? Лягушки-царевны. Да. Лягушки-царевны, да. Прикупила себе сумочку, обновила, в дороге документы носить, и кепочку. Такую сумочку купил, из водоотталкивающего материала. Вот такой вот водоотталкивающий материал. Друг мне подарил, друг Женя подарил мне. Так. Придется сейчас идти, значит, в ней. Как раз и дождь. Вот и проверим сейчас, как она в действии. Да. Женя, спасибо. У Жени вот два магазина, мир сумок и техника, автотовары рядом. Кстати, Жень, ты же меняешь еще рубли, да, на юани? Да. Приходите, ага. Женя поменяет по выгодному курсу. Да, да, подешевле будет. Подешевле ага. будет, да. Да. Посмотрите, ага. Женин магазин. Вот, вы его найдете, а кругом поверните, напротив вот этого входа в подземку. Вот тут подземный универмаг. Это вход, да. Вы найдете площадь. Это бывший сладкий мир тут. А он до сих пор сладкий мир. Да. Вот он. И вот он, Женин магазин. Не хаос у тебя. Вова, иди поздоровайся. Да, иди, иди. Привет. 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 По-английски говори. Видишь, как застеснялись, а маленькие были, играли, дружили. Ну потом пойдем вместе покушаем, поговорим, да? Да, да, да. Друзья, что же продается в магазине у Жени? У Жени продается все. Все, что вам нужно. У него есть все, а то, что нет, у него братья принесут и будет. И вот такие вот услуги. Поменять рубли, позвонить в Россию, отремонтировать ваши телефоны, купить сим-карты и даже заказать товары через интернет. Шляпе поматериться. Продолжаем шопиться. Мы находимся в подземке. Вовчик выбрал себе кроссовки. Вот такие вот. Сколько они стоят там? 145, да? 145? Да? Юаней. Зачеркнул 99. А, ты даже попал на скидку. Да, видите? Вообще шикарно. Покажи сбоку. Такие обычные такие кроссовочки, которые для бега. Такие, да. Друзья, как вам мой летний наряд? Я вся в цветочках. Вот такой вот дождевичок, курточка. Тоненький-тоненький. Беленький, легенький. И от дождика спрятаться можно. За смешные деньги. А за какие смешные? Может, ты миллионер подпольный, для тебя миллион смешно. 19.
19 юаней. Не долларов. Ну теперь и мне смешно. Ну вообще, друзья, что бы не купить, да? Ну, а такие бюджетные, шикарные, стильные вещички продаются у нас в магазине в подземке. Как он называется? Социальный магазин в подземке, в самом конце подземки. Я тоже прибарахлился. Метровочки. Тоненькие, тоненькие. Ну, как всегда, ехали в Китай, ничего покупать не собирались, потому что вещизм – это, конечно, страшная болезнь. Потом вещи хранятся где надо и где не надо. Все с пакетами и счастливы. Ну, не собирались больные ничего покупать. Больные мы люди. Да. Вещизм у нас. Зайка, ты самый модный ходить. Андрей, не знаю, для какой цели набрал кучу трусов. Зачем, Андрей, тебе столько трусов? А вам скажи. Это секрет фирмы. Зачем мне столько трусов? Дороги дальние до Филиппин. Всяко бывает. Летим высоко, едем быстро. Наша безобидная прогулка по подземке сегодня превратилась в шопинг. Главное, мы зашли сюда, чтобы пройти просто, чтобы там дождь шел на улице. Ну как можно уйти мимо этих чудесных вещей? Мимо чудесных цен, скажи. Ой, а цены вообще, это такая сказка. А это у них убежище здесь, под землей. Посмотрите, какие двери толстые. Ух ты, точно. Вот, смотри. Зачем в магазине такие двери? Это городское убежище. Но пока оно пустое, сделали магазин. Или наоборот, сделали магазин и два в одном одновременно и убежище. Делали и магазин в подземке, и убежище. Ну, понятно, сделали. Не, это в первую очередь убежище. Но пока оно, чтобы не пустовало, в нем магазин. Ну да. Так будет сказать вернее. Конечно. Китайцы богатые, они там деньги хранят свои. А-а-а. Это сейф. Сейф для денег.